Итак, коллеги, всем доброе утро. С вами Павел Тарханов с обзором эффект бабочки, комплексный анализ подхода к анализу рынка. Всем доброе утро. Итак, по традиции здороваемся городами. Астана вас приветствует. Напишите каждый свой город. Окей, здороваться не желаем. Хорошо, пойдем дальше. Караганда, доброе утро. Минск, доброе утро. Ну что же, коллеги, приступим к нашему сегодняшнему обзору. И по традиции мы с вами начнем с евро-доллара. Киров, доброе утро. Ситуация на рынке складывается следующим образом. То есть вчера, в принципе, все как по расписанию, отработали четко. В течение, так сказать, 4 часов мы начали свое снижение. Судя по этому, что все-таки мы начали с вами отработку фигуры голова-плечи на евро-долларе, то есть буквально вчера, сегодня мы с вами подтвердили пробитие уровня шеи, пришли, коснулись и сейчас идем дальше на снижение. Железнодорожный, доброе утро. Что же нас здесь, коллеги, сегодня с вами ждет? Как и предполагалось, среднесрочный, долгосрочный анализ по евро-доллару у нас предполагает снижение пары евро-доллар, направление район паритета. Первый минимум мы должны сделать 22.02.2017 года. То есть до этого числа мы должны сделать с вами первый локальный минимум по направлению к паритету. На 4-часовом графике у нас с вами присутствует двойная дивергенция, что говорит о развороте пары евро-доллар. Также присутствует сигнал на продажу, также присутствует медвежья модель, медвежья акула, что говорит о вероятном завершении коррекционного движения по евро-доллару и возобновлении нисходящего тренда по направлению к отметкам паритета и ниже. Все будет зависеть от того, где мы с вами остановимся. Ближайшие цели по евро-доллару отметка 1.06076, возможно даже пониже, приблизительно где-то 1.0520. И сейчас для нас важно дождаться пробоя уровня канала, уровня трендового уровня поддержки, так сказать. Но я думаю, что все-таки мы это сделаем, потому что основное нам говорит о том, что мы будем снижаться. На часовом графике у нас с вами присутствует три индейца, медвежий драйвер, три драйвера, так называемые, что говорит о возможном изменении тенденции и начале среднесрочного, долгосрочного снижения пары евро-доллар, опять же, в район паритета. Да? 30 минут. 30 минут у нас с вами сформировалась бычья модель, бычий паттерн, так называемый паттерн Гартли. Но против цикла я бы все-таки пока не рисковал идти. Поэтому стопы желательно выставлять, если кто-то стоит в короткую позицию по евро-доллару. Я, по крайней мере, уже нахожусь без убытки, потому что на рынке может быть все что угодно и лучше всего перестраховаться. То есть ситуация складывается следующим образом. Уровень 618. Ждем преодоления. Первый уровень поддержки находится на отметке 1.06884. Берем 1.06884. Идем на отметку 1.06076
и возможно снижение в район отметки 0,5200. Думаю, что падать будем мы стремительно. И первая остановка нас ждет на отметке 1,05208. В принципе, туда мы можем поставить свой профит. Соответственно, стоп-лоссы за отметку 1,07588, где-то на 1,08 желательно. Пробили трендовую линию, первую трендовую линию поддержки. А сейчас будем тестировать отметку 1,06995, преодоление которой нам открывает дорогу на 1,05629, 1,05200. В любом случае мы должны потестировать 1,06076. Я думаю, что туда мы в любом случае должны прийти. То есть будем смотреть по ситуации. Пока что сигналы на продолжение снижения пары евро-доллар больше, чем на продолжение восходящей тенденции. По крайней мере, мы должны отработать головные плечи. В любом случае, здесь нам еще нужно подцелиться. Сколько? 1,06600. И здесь у нас находится, в принципе, довольно-таки серьезный уровень поддержки. Я думаю, что 1,06533 сегодня мы с вами в любом случае увидим. Ну, соответственно, пробой уровня 1,06533 нам откроет дорогу на тестирование уровня отметки 1,06076. Пока что на сегодняшний день, я думаю, что две эти цели мы их сегодня увидим. Это что касается у нас евро-доллара. Иена немножко вчера меня удивила. Чуть-чуть так в просадку. В принципе, достижение этих уровней предполагалось. И возможно, сегодня-завтра мы все-таки начнем свой разворот по паре доллар-иена. Соответственно, отметка 111.413 у нас в течение дня, если не будет нарушена, и появятся дополнительные сигналы на 4-часовом часовом графике в виде конвергенции бычьей, то мы можем считать, что с иеной у нас снижение закончено. На 30-минутном графике у нас в данный момент формируется модель, бычья модель FB равно CD, что говорит о возможном развороте все-таки иены на продолжение восходящей тенденции. Так, расширение. Сейчас посмотрим, куда мы еще можем подсветиться. Уровень 100, в принципе, отработали. Преодоление отметки 111.544 откроет дорогу на дальнейшее снижение пары доллар-иена к отметке 110.308, что, на мой взгляд, в принципе, маловероятно. Так, сейчас перепроверим. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Похоже, что последний заход. 30 минут бычья модель АБ равно СД. 15 минут бычья модель равно АБ равно СД.
4 часа была конвергенция несколько дней назад. Возможно, мы сегодня увидим еще одно. Также возможно все-таки снижение к отметке. Сто девять девятьсот девяносто четыре. Так, сейчас посмотрим здесь. Нет, не думаю. Конечная остановка будет 110-988. В принципе, не так уж туда и далеко. Поэтому стопы желательно ставить за отметку 110-988. Где-то у нас 110-700. Я поставил пониже. На отметку 109-483. Предполагаемые цели. Еще раз повторюсь. 122. $737 профит. Это первое. Дальше нас ждет намного выше. Отметка 138-655. Ну, пока что в таком плане поработаем. Уфа, доброе утро. Ростов-на-Дону, доброе утро. Санкт-Петербург, доброе утро. Ну что же, посмотрим на ситуацию с индексом доллара. Что у нас с вами происходит по индексу доллара? В принципе, по индексу доллара, как мы с вами поняли, у нас зеркальная ситуация. Поэтому сейчас индекс доллара у нас собирается отрабатывать свою фигуру, разворотную фигуру, головая, плечи перевернутая на 4-часовом графике. Соответственно, модель бычья акула у нас с вами настроение бычье по рынку. Уровень 100 мы с вами преодолели, поэтому по индексу доллара у нас с вами восходящая тенденция, соответственно, ослабление всех валют по отношению к корзине доллара. Золото. Золото красиво идет. В принципе, идем даже не останавливаясь особенно. И отметка 1241-777. 1244-693 у нас все-таки на сегодняшний день еще остается актуальной. Поэтому по золоту продолжение восходящей тенденции. Так, 4 часа. Фибоначчи. 53. Метку 50 преодолели, и дальше нас ждет 1256. Так, посмотрим, что у нас здесь. 1240-985, 1251-580, 1268-552. И конечная цель 1313-280. Это что касаемо по золоту. Ближайшие 1265-536. Преодоление отметки 1265-536 откроет дорогу по направлению к отметке 1307-206. То есть пока что цели у нас вверху. И первая 1241 в любом случае. После преодоления 1241 пойдем на 1313. Бычья дивергенция 15 минут. То есть сейчас, в принципе, буквально на 15 минутах поступил сигнал на продолжение восходящей тенденции по золоту. Идем мы в канале. Так, идем в канале.
и ближайшие 1241. Стоп за отметку 1220. Окей. Так, дальше фунт. Ситуация интересная по фунту складывается. Так, по фунту ситуация очень интересная. На мой взгляд, фунт есть желание продолжить свою восходящую тенденцию и рост на 1,28796. Так, сейчас. Соответственно, стопы за отметку 1.24.116 можно ровно на 1.24. 23.900. 1.2.3.4. Ну и, соответственно, преодоление уровня поддержки, который находится на отметке 1.24.127, откроет дорогу для дальнейшего снижения к отметке 1.22.845. Поэтому, в принципе, стоп короткий. На часовом графике присутствует уровень Fibonacci 38.2. Похоже, что здесь вторая волна в виде зигзага от предыдущего роста и, соответственно, есть большая вероятность того, что мы продолжим достаточно серьезный рост. Если все-таки остановка у нас здесь будет до 31, 28, 1.28.20 и возможно даже до 32. Туда. Так, прошли, сейчас посмотрим. Первая 1.28.361, также возможно вторая цель будет 30.971 и третья конечная 1.35.206. Это если брать долгосрок. Да, думаю, где-нибудь там на 1.35206 мы, я думаю, что мы и остановимся. Это в долгосрочной перспективе. Мексиканец. Мексиканец. Нет, мексиканца. Амиго мы не смотрим. Поэтому, в принципе, берем то, что довольно-таки хорошо прогнозируется. Надо попробовать, может быть, мексиканец тоже подвержен анализу. Канадец. Канадец интересная штука. Канадец, похоже, закончил свое снижение. И сейчас у нас с вами возобновление роста, так как все-таки бренд
Бренд показывает свою слабость, то есть уровень 57-35 отбились довольно-таки серьезный импульс на малых таймфреймах вниз. Соответственно, H4 у нас с вами медвежья модель B равно CD, что говорит о вероятном завершении тренда по нефти. И на дневном графике мы видим, что у нас с вами даже на дневном графике сформировалась дивергенция, что говорит о возможном прекращении роста нефти. Также есть вероятность того, что здесь сейчас мы наблюдаем голова и плечи. Так как голова и плечи у нас все-таки модель разворотная, поэтому, соответственно, канадец у нас с вами пляшет с нефтью. Соответственно, ждем среднесрочное, долгосрочное снижение в район отметки 27, возможно, даже ниже по сорту нефти марки Brent. И канадец у нас с вами отправляется покорять новые вершины. Похоже, что с канадцем снижение закончено. Также на 4-часовом графике у нас с вами присутствует бычья модель. Бычий тотал. Также присутствует конвергенция, что говорит о возможном все-таки смене тренда и возобновлении роста по канадскому доллару. Соответственно, уровни стоп-лосса, отметка 1.28684. То есть если уровень 1.29762 не будет нарушен, то будет buy. Соответственно, если преодолеем отметку 1.29762, возможно снижение в район 1.28610. Что, на мой взгляд, в принципе маловероятно, потому что все-таки больше сигналов на рост, чем на снижение. И подтверждение этому, в принципе, нам говорит намерение по бренду начать свой долгосрочный нисходящий тренд. Что еще у нас здесь присутствует? На 4-часовом графике также присутствует сигнал на покупку. И еще на вчерашнем дне у нас появился сигнал на покупку, что говорит о том, что в принципе серьезные намерения, довольно-таки серьезные, у канадца начать свой разворот. Также бычья модель, бычий тотал на дневном графике. И первая цель у нас по канадцу будет отметка 1.31969. Соответственно, преодоление 1.31969 открывает дорогу в район 1.33276. И поехали по восходящей. Следующая 1.34256, следующая 1.35535, следующая 1.36841, следующая 1.39094. То есть довольно-таки серьезная, на мой взгляд, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще нужно сделать либо 9, либо 11 наверх. И тогда можно будет говорить о остановке. Если по Фибоначчи, то район отметки 61,8. 50 мы наблюдали. Поэтому, скорее всего, будем тестировать вновь уровень 50%. 1.35535. Преодоление этого уровня пойдем в район 1.39094. Пока что по канадцу везде у нас с вами buy. Еврофут.
Доброе утро, Евгений. То есть, если вы помните из предыдущих обзоров, то это надолго, как минимум на квартал. На квартал это у нас с вами 3 месяца, соответственно, до 24 апреля предположительно будет у нас снижение по евро-доллару. Еврофунт. Вот вы любите такие экзотические продукты, да? Еврофунт. Ну давайте попробуем. Еврофунт. Еврофунт, похоже, что снижение, так как здесь сейчас формируется голова и плечи. Соответственно, преодоление отметки, которая находится на уровне 1.084707, большой-большой сел. $0.80882 по еврофунту. Я думаю, что мы увидим. Ближайшая отметка будет 0.82892. Это, скорее всего, будет 100%. Ну а там 0.80882. Опять же, это долгосрочные перспективы, не за один день, даже не за одну неделю. Это что касается еврофунт. Окей, коллеги, на сегодняшний день наш с вами обзор закончен. Также хочу напомнить, что завтра. 9 февраля у нас с вами запускается курс «От хаоса к системе». Если вы желаете научиться подобным фишкам самостоятельно, опять же повторюсь, чтобы ни от кого не зависеть, то добро пожаловать. Чем смогу, тем помогу. То есть постараюсь вас научить всему тому, что знаю сам. Соответственно, если есть какие-то вопросы, пожелания и предложения, можете писать на мою почту. С удовольствием буду рад вам помочь. Ну а на сегодня наш с вами обзор закончен. Всем профитов и до новых встреч, коллеги. Жду от вас писем.